Работники Северодонецкого «Азота» вместе с профсоюзами обещают протесты в столице. Сейчас предприятие простаивает, долги по зарплате превышают 100 миллионов гривен. Но перед походом на Киев решили все же наладить диалог с Кабмином. Нардеп Сергей Каплин на встрече с азотовцами предложил создать правительственно-профсоюзную группу при участии трудового коллектива, чтобы спасти крупнейшее индустриальное предприятие на подконтрольной части Луганской области. Я хочу встретиться с трудовым коллективом. Я хочу доложить о первом этапе работы в рамках правительства Остхем профсоюзы. И я хочу, чтобы у нас с трудовым коллективом сформировалось взаимопонимание. И понимание того, что завтра труба не задымит. Предприятие убивалось в течение 2 лет. Отрасль убивалась в течение 2 лет. 4. Но наша задача в самые кратчайшие сроки дать людям деньги, понимаете, деньги, вернуть им заработную плату.